Протезы, что ли, такие? Вы абсолютно догадливы. Так как же насчет танца? Будете меня учить танцевать? Ой, я не знаю. Как же? А вы знаете, можно попробовать. А вот здесь, где мы сейчас с вами стоим, соответственно, здесь, может, не было диванов, стояли только пианино, вот именно здесь, на этом месте, Моресьев учился танцевать. Легендарный летчик Алексей Моресьев, главный герой повести о настоящем человеке, после ампутации обеих ног учился заново ходить на самарской земле, в санатории имени Чкалова. Здесь работала та самая медсестра, которая научила Моресьева танцевать. Как сама медсестра рассказывает, ну, потихонечку вот как-то вот находила добрые слова, как-то это поддерживающие, и, ну, поставили на ноги человека, научился ходить, научился танцевать. Память об этих событиях сегодня в санатории открыли мемориальную доску. Инициатором стал один из отдыхающих санатория. Представляете, человек здесь лежал, и он как бы изъявил вот эту меценацию. Это говорит о чем? О том, что, значит, люди стремятся к тому, чтобы была память. Память, она ведь все-таки вечная. Памятники Моресьеву есть во многих городах, связанных с его жизнью. Теперь в Самаре появилась мемориальная доска в память о том времени, когда герой СССР заново учился ходить. Валерия Макарова, Константин Головин. События.